Народ, всем здорово, это Мегаобзор, и у нас будет котлета по-киевски от конторы Ресторанта, куплены в Пятерочке, по-моему, за 150 рублей с лишним по акции. Вот тут курица 440 грамм, две котлеты уже жарятся. Посмотрим, сколько они весят, короче. Ну, две котлеты, а не 4. Должно быть где-то 220 грамм. Ну что, в принципе, нормально. Тут составчик. Ну-ка. Составчик вроде еще более-менее. Рекомендация по приготовлению замороженного продукта. Обжарить на среднем огне, переворачивать 10 минут до полной готовности. Фритюра, трансдуховка. Не рекомендуется изготовить в микроволновой печи. Повторное замораживание не допускается. Вот наш изготовитель. Ладно. Короче, составом оказалось не все так гладко. Тут как бы мясо цыпленка. Замороженный, рубленый, формованный. Вон тут надпись такая. И дальше в составе есть кожа цыпленка. Бредятина. Ну да ладно. Понятно. Сделаны 2x5. Короче, это их не торговая марка. Продукт, так сказать, из Пятерки. Так, ну, в общем, вот как получилось. Жарил я их минут 6, не больше. На сильном огне, но я люблю поподжаристее. Посмотрим, что оно из себя представляет. Ну, что-то тут вытекает. Я так понимаю, это у нас сыр плавленый вытекает, в кавычках. На всякий случай протрем камеру салатиком. Ну. Короче, на любителя. Реально на любителя. Раньше, короче, у Мираторга, по-моему, продавалась в Пятерке Cord Blue с, ну, типа, похожая котлета очень. Единственное, там был и сыр, и ветчина внутри еще. Стоило очень дорого, наверное, поэтому перестал продаваться. Вот один в один, только те вкуснее были. Сейчас дохаваю, потом расскажу, как оно. Ну что я вам, ребята, скажу. Сыра тут вообще нету и не пахнет. Есть какая-то водичка, которая как будто разбавлена подсолнечным маслом. На этом, в принципе, все. По сути, это большие наггетсы. Да. Только невкусные. Вот, кстати, вторая котлета. Тут уже что-то более похожее на сыр. Первая, наверное, неудачная была. Да, вот. В общем, утекают. Кстати, эти котлеты очень хорошо идут с огурцами домашнего приготовления. Это дальше сыр. Не знаю, но мне, в общем, вообще не нравится. А вот это у нас белое в масле, походу, сгустки сыра, типа того. Ну это херня. Короче, это не сыр. Вообще невкусно.